На торжественном мероприятии озвучены достижения в сельском хозяйстве. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, аграрии все же собрали урожай, как и в прошлом году. Акмолинская область имеет большое значение для обеспечения продовольственной безопасности страны и развития республики в этой сфере. Это результат труда в полевых условиях, на фермах и в частных хозяйствах. За высокие показатели ряд специалистов удостоились различных наград. Среди них ветеран труда Иинбек Данха. Один из них – Жаксыбек Беккулов. Он работает в сфере сельского хозяйства Кургалжинского района уже 40 лет. Эта сфера мне нравится. Наша область – аграрный регион. С каждым годом мы получаем богатый урожай и вносим вклад в развитие сельского хозяйства страны. Каждый трудовой коллектив аграрии и хозяйство области работают над получением качественной продукции. Объем валовой продукции сельского хозяйства Акмолинской области составил 4 миллиона тонн. Лучших показателей достигли аграрии Сандыктауского и Астраханского районов. На сегодняшний день предпринимательство региона наращивает свои темпы развития. По многим показателям демонстрируем хорошие показатели. Так, в Зерендинском районе убрано 65,8 тысяч гектар масляных культур. В Бурабайском – 36,8 тысяч гектар. Мы можем одновременно содержать более 37 тысяч голов крупного рогатого скота. Акмолинская область занимает первое место среди регионов по объему производства продукции. Это 21% от республиканского объема. Айгерим Бегенова, Салтанат Бейсенова, Медет Кайркенов, Дидар Умурзак, Кокши Акпарат.